как известно, рис – традиционный продукт японской кухни с древнейших времен. Но питательная ценность – не единственная польза, которую извлекают из этого злака. Активные компоненты изотрубей и зародышей риса легли в основу новой линейки Faberlic по уходу за волосами и кожей головы – арису. В феврале 2020 года Faberlic посетил Кейта Амана, представитель японской компании Tsuna. Конничива. Амана-сан, действительно ли рис является ключевым секретом красоты японских женщин? Хай. Да, в рисовых отрубях содержатся антиоксиданты, которые благотворно воздействуют на волосы и кожу головы. Расскажите, пожалуйста, о ваших последних разработках с рисом. Компания Tsuna производит много инновационных косметических и лечебных компонентов из рисовых отрубей, в том числе инозитол. Исследования показали, что инозитол обладает способностью глубоко проникать в структуру волос, питая их по всей длине и предотвращая выпадение. Линия ухода Арису объединила древние традиции и современные научные разработки. В составе продуктов серии инновационный компонент инозитол, а также традиционные японские ингредиенты – ферментированная рисовая вода, экстракты сакуры и лотоса и вулканический пепел. Арису хранит тайны древних ритуалов красоты, которыми поделится с вами –